кидаем столько. Так. Так. Ай, клэм, клэм. Я не забыл, клэм нажал. Ай, я не клэм, да? Еще как один вариант, клэм можно, да? Попал, раз, немножко. Где? Ой, не хэдшот. Блин, я бы хотел там делать. Ай, я забыл, что мы... Блин, вот я когда нажимаю, мне вообще не хотелось хэдшот, я не хочу делать хэдшот. А когда он, кажется, нужно делать хэдшот, так мы делаем хэдшот. Сюда, сюда. А теперь мы делаем его и мне хэдшот. Не знаю, как он может быть. Гоу, ладно. Чехон, слышишь, один. Ой, у него, кстати, очки другие. Ой, это босс. Это, конечно, игра. Да очень прикольная игра была, она очень сложная. А мне ничего даже никогда ничего нажать вообще. А, блин, это слишком долго, если честно, нажать под... Чё? Это слишком долго нужно нажать. Куда я могу нажать? Да, куда, куда? Вот сюда. Неправильно. А понимаете, можно как-то прыгать. Только мотайте, мотайте. Я, в принципе, получу довольно-таки не легче, чтобы что-то другое дело колоть. Они что-то не хотят, сюда. Ай, надо было ему в руку заходить, кажется. Ай, я забыл. Да вы хотят, я забыл. Значит, ему нужно сюда куда-то ударить. Поставим сюда. Ой, в руку. Ай. Я не знаю, куда. А я, кажется, сюда нажал, ладно. Что? Терпите. Не буду когда ты так долго. Да, я пишу тебе видео на 20 дней. Перед початами. Ай, я надо был пистолет взять. Я, блин. Так я уже забыл, что нажимал. Ну, сейчас помню. Не, игра... Игра не чисто, эта игра очень плохая, но... Ну, не знаю. Прикольная игра довольно-таки. Да. Блин, она вчера там будет, я понял. Не знаю, думал, мне прикольно, конечно, но мне не прикольно играть. Стой, понимаешь, как я. А, ладно еще. Ай, блин, этот кошек не сработал? Окей, значит, нам вот стоит. Ты попробуй. Ай, блин, я забыл, что его надо. Ай, сейчас. Ау, гол надо было. А, нет, гол не надо было. А че я супал? Быстренько сейчас сделаем. Это очень сложно, потому что очень... Не, для меня очень сложно понять, куда я могу. А, в руку? Хотят? Дай в руку. Нет, не руку. Ну, хорошо, у нас последний источник, куда можно отдать. А я ж не могу так делать, ладно. Ну, кстати, другие очки, у него очки черные. Я уже говорил, наверное. А если меня слышно? Ну, прикольно. Ау, я забыл, что нужно, я забыл, ай, блин, ай, не хотел, значит, надо было пистолет. Хорошо, ты напишу для вас. Он все полностью. Одну. Окей, теперь рука. Это. А теперь это. Это, конечно же. Вот. Все, он умер. Мы прошли игру. Поздравляю. А это демо? Ладно. Попробую, возможно, есть будет, да? Ой, да и вообще, ну, не буду показывать, это конец, все, пока. Всем, либо с вами зайдем, всем спасибо за просмотр, всем пока. Так, всем привет, с вами Спанчбоб, мы продолжаем наш, как бы, день. Ну, как бы, не день, но я буду сейчас очень часто выкладывать всякие видео про флеш-игры, все. И, короче, мы сейчас играем в группу, называем Madness That Wish. Enjoy, как говорится. Yeah.
Такси. Значит, смотри. Эта игра довольно-таки коротенькая. Но тут это всякая сказка, как он убивает всем. Окей. Тут убиваем ракетами. Ты чё, он умирает? А он никак не может выжить. Жалко. Такой плюс, всех убивает такой. Тыщ. Такой, эй, чувак, иди. Такой это убивает. Такой, почему я, чувак, такой убивает? А вообще, реально выжить интересно? Можно и не убить? Как-нибудь. Может, я могу даже как много убить. Я могу притажать какую-нибудь кнопочку? Интересно. Ой, да, нет, не могу. Автомат. Тут их очень много, и еще раз их не было так много. А ему забей гольф штуку эту. Понятно. А, это глазимет. И сейчас будет этот чувак. Это прищ такой. Ну. И так, секретный. Эй, ты проиграешь. А что тут? Ага. Теперь ты не должен проиграть просто так. Ну-ка. А я говорю, что я с тобой сделаю. Ну давай тебя так убью. Пусть приходит от этого убивать. Такой, что с тобой? Да не нафиг. Это бред. А. Oh, yeah,